16 марта в администрации города состоялось заседание комиссии при главе муниципального образования по оказанию содействия в адаптации к мирной жизни лицам, решившим прекратить экстремистскую и террористическую деятельность на территории города Хасавюрт. В работе собрания приняли участие председатель комиссии, глава города Зайнуддин Акмазов, председатель собрания городских депутатов, руководители правоохранительных органов, прокуратуры, представители общественной палаты города Хасавюрт и местные средства массовой информации. Докладчиком выступил заместитель главы администрации по идеологии общественной безопасности Хайбулла Умаров. Проведено два заседания адаптационной комиссии. 30 марта было рассмотрено три заявления, по которым проведена следующая работа. Была оказана помощь трудоустройству выделенной категории лиц, помощь юридическим, психологическим, теологическим сопровождением обратившихся лиц. Приняты меры по социальной адаптации к мирной жизни, приспособлению к условиям существования, нормальной социальной среде, восстановлению социально полезной связи. Оказано содействие восстановлению документов, восстановлению утраченных контактов с семьей, сборе необходимых документов на получение государственной адресной социальной помощи, трудоустройства и профориентации. На повестке дня значились 5 вопросов, основным из которых стал анализ деятельности комиссии по содействию к возвращению и адаптации к мирной жизни лиц, решивших прекратить террористическую и экстремистскую деятельность за второе полугодие 2016 года и планирование деятельности на первое полугодие 2017 года. По своим действиям в рабочей группе с привлечением общественных и религиозных организаций проводить мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма. Продолжить адресно-профилактическую работу, а также проводить работу по выявлению лиц, распространяющих террористическую идеологию и пресекать их противоправную деятельность. Информацию о результатах проведенной работы предоставит адаптационную комиссию. На собрании были затронуты вопросы принятых мер по обеспечению трудовой занятости, в том числе на временной и сезонной основе лиц, добровольно отказавшихся от участия в террористической деятельности. В завершении собрания также была рассмотрена работа по информационному сопровождению деятельности комиссии по оказанию содействия в адаптации к мирной жизни лицам, решившим прекратить экстремистскую и террористическую деятельность, которая была признана членами комиссии удовлетворительной. Зарема Хайбулаева, Тагиб Магомеднабиев, информационная программа «Пульс».